Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть черепашки, ниндзя, легенды. Ну что, у нас закончился турнир Лига мастеров 3 звезды. Так, ну что, сюрикены, Микеланджело, золотые осколки и платиновые. Все вот это, ребята, ради вот этих вот, блин, осколков мы делаем, понимаешь? Мне нужны только они. На остальное мне глубоко, как говорится, по барабану. Так, ну что, пришел с работы, друзья, поел немножко, лег, играю себе в планшетике «Растение против зомби-героя», и так лень было вставать, если честно. И ведь знаю прекрасно, что сегодня понедельник, что вот он, откат. Короче, еле-еле себя заставил сесть, чтобы снять эту серию. Видимо, очень устал сегодня на работе, поэтому как-то себя чувствую вяло. Ну что же, раз сел, так давай тогда будем проходить, сколько сможем, пройти серию испытаний. Кстати, подожди, давай-ка мы посмотрим, что у нас. Ага, на турнирке у нас разыгрывается Рафаэль Космос, а в испытаниях у нас, ага, Армагон. Ну что же, у кого Армагона нету, я могу заочно поздравить. Возможно, кто-то его приобретет на этой неделе, а возможно, кто-то себе пополнит немножечко ДНК. Причем в космических странностях можно тоже, ребята, фармить Армагона. Ну что же, я скажу тебе, что ни одно из этих событий мне как бы не нужно. Испытаний. А вот серию испытаний я, пожалуй, пробегусь. Так, ну что, давай. Берем Бакстера, возьму, наверное, Армагона. Возьмем Кренга, возьмем Лео и Ванюшу. Конечно же, Ванька нам нужен. Так, ну что, Паукус, ты будешь у нас первым, кто получит сейчас по шиям. Жалко, по степенку не повесили. Давай, наверное, так попробуем его добить. У-у-у, Крэнк, ты чё? Ты чё, родной? Не смог какого-то там плешивого паукуса мне бомбануть? Ну ты даешь. Так, Стрелозад, успокойся, пожалуйста. Переходим на последнюю волну и смотрим, что у нас тут. А тут у нас Рокзар, Муха и Нейтрализатор. Сразу же делаем с тобой массовую атаку. Сразу же. Естественно, сегодня буст не получится, ребят. Потому что в данный момент на моих часах 11 часов вечера. 11 вечера. А буст у нас начался в 3 часа. То есть, как понимаешь, да? 7 часов, даже 8. Почти 8 часов, ребят, прошло. Ну, ничего страшного, попробуем дойти до куда сможем. Так, поднять уровень персонажа, сразиться в поединках. Ну что, сразиться в поединках, это мы с тобой, знаешь, что сделаем? Ищем нашего кужеголового и начинаем на него искать элементы. 4 Ч-планшета. Раз. Два. Так, давай мне третий, того, не жмись. Так, третий и последний. Ах, как тяжело эти планшеты искать. И вообще любые вещи, которые у нас именно в золотой вот этой вот обрамочке. Все, нашел. Так, ну что нам нужно еще найти? 10, подожди, какие ящики с инструментами? Вы что? 7 катушек с пленкой. Раз. Два. Три. Три. Четыре. Ну, ё-моё, четыре. Пять. Все. У меня пицца закончилась, друзья. Ну что же, ладно, я в следующий раз допрохожу. Найду я эти штучки-дрючки. Так, поднять уровень персонажа я не могу. Ну что, поехали на арену. Так, ищем 11-11. Я надеюсь, что дадут мне все-таки. Эй, пухлоглазые. Вот. Так, 15-16. Раз, два, три. Против 55-х. Само собой, с одной удар. С одного удара, с одной плюшки просто вырубим любого. Да, вот массовая атака будет, кстати, здесь. Тыч. Ну вот они, ребята, и отдыхают, расслабляются. Блин, у меня такое состояние, как вареный. Серьезно говорю, друзья.
Сейчас бы, честно говоря, упал бы и лучше бы я спал бы. Но я прекрасно понимаю, что у меня короткий выходной, ты понимаешь. Потом опять на работу, я ничего не успею сделать. А у меня такие планы были. На работе сегодня сидел, думал, и это, и то поиграю. Для второго канала, думал, мы сыграем еще один уровень звездных этих, звездный десант. Фрозенхейм, думал, да пройдем уровень. И как вареный себя чувствую. Еще такая жара на улице, блин, невозможно. Изматывает, конечно. У нас вот не поймешь, ребят, когда дождь плохо, когда жара плохо. Когда солнце весь как этот, как пот не ходишь, когда прохладно, блин, комары зажирают просто вживую. У нас комары, блин, ё-моё, такие здоровые, как я не знаю. Сядет на тебя пол-литра крови, высосет и улетит. Ты даже не почувствуешь, что он у тебя крови напился. Так, ну что, 11.12 было, не надо мне тут только дурачка включать, что 11.12, вот. Давай-ка, может быть, попробуем 12.13, это, конечно, будет слишком круто, да? Да, это, наверное, будет слишком круто, ладно. Берем 11.12. Да еще, по-моему, такое ощущение, что у меня голос подсел, не? Такое. Это я потому что, ребят, попил холодного молочка. Угу. С холодильничка. Достал с жары. Употребил, и что-то у меня так голос резко подсел. Так, ну что, поехали. Так, вырубили. Вырубили. И давай-ка вот так, наверное, сделаем. Пи-пи-пиу. Вырубили, все. Гуляй, Вася. Двигаемся дальше. Ну давай, 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 не жмись. Так, воин 3 звезды. 71-я позиция, окей. Может быть, дашь все-таки мне 12-13? Вот. Тут два Микеланджело 23-го уровня. Я думаю, ничего страшного здесь не будет. Даже если они там начнут свои штучки-дрючки выкаблучивать, типа усиление, уклонение, я думаю, мы справимся. Давай дебаф повесим для начала. Угу. Теперь вызываем наших двух балбесов. Все, этого было достаточно, чтобы завалить вражескую команду. Ну что, катимся дальше. Элита. 87-я позиция. Я так просто, ребят, попробую. Может быть, дадут мне 13-14. Хотя, вряд ли. Но все равно надо немножко порулить, потому что... Опа! Опачки, видишь? 12-14. Раз, два, три, четыре. Этому еще до сих пор четверо персонажей отыгрывается у меня. Даже до пяти не дошли. А ну-ка, Рафаэль, хлоп. И добивка, надеюсь, дарит. Прекрасно. Идеальная, как ты видишь, победа. И мы летим, летим на всех парусах дальше. Блин, а сегодня хотел еще в ХКР 2 поиграть. Потому что, ну, хочется, ребят, закончить сезон, если честно. Но там еще, блин, столько кататься, а. Это 10 тысяч кубков еще нужно заработать. Это фиг знает, сколько гонок нужно сделать. Или просто-напросто завтра весь день убить в этой игре. Вот и все. Весь день убить в этой игре, ты представляешь? Ничего не делая. Ни кушать, ни гулять. Просто сесть и тарабанить в эту игру. Так, ну что, пробьем? Конечно, пробьем. Так, идеальная победа. И куда нас перекинут? Давай, давай, давай. Не скупись. Элиточка 2 звезды, 69-я позиция. Опачки, уже 13-15. И уже фулл комплект. Пятеро нас. Раз, два, три, четыре, пять. Естественно, сокращение у нас идет. А уже 31-й, 32-й уровень противника у нас 55-й. Но пока еще в зоне допустимого. Ага. 55-й уровень со своей массовой атакой не смог все-таки, да, с одной плюшки завалить вражескую команду. Поэтому пришлось подключать майки оригинала. Но опять же, у него получилось добить, потому что у них осталось мало хп. Ну что, элита 3 звезды. Я чувствую, самураи мы не попадем после этого поединка. Ну-ка,
А вдруг дадут мне 14-16? Нет, вряд ли. Они мне могут дать только 12-14. Опа, 13-16. Почему я подумал, что 14-16 будет, не знаю. Но это и не имеет значения. Так, у них здесь муха, я смотрю, хиллер. Как-то надо... Тут не только муха, да, у них? Ладно, попробуем всыпать ей. Теперь дрон. Окей. Бросаем баллончик с краской. И остается один Леонардо. Давай в него биту бросим. Все. Как будто его здесь и не было. Интересно, мы перейдем с тобой в следующую лигу или нет? Мне кажется, что нет. Мне правильно показалось? 25-я позиция. Угу. Так, ну если давали 13-16, то... Будьте да... Блин, было же. О, нашел. Ну что, 37-38 уровень у наших противников. Я думаю, мы пока будем этим старым составом бомбить. Что у нас здесь есть? Дебаф. У нас есть очень много массовых атак. Давай так сделаем. Теперь вот так вот. Минус Крис. Сделаем дебаф. А надо, наверное, Эйприл вырубать, я так понимаю. Да что ж ты будешь делать? Ну давай сделаем, знаешь как, плюшку вот эту бросим. Плюшку бросили. Так, этот уходит в инвиз, как всегда. Да ладно, Рокстеди, успокойся. Вырубили. Вырубили и... Вырубим или нет? А-а. А вот сейчас конец. Все. Окей. Ну, сейчас, естественно, переходим уже в лигу самураев. Да? Да, ребята, лига самураев, 74 место. 13-16. Они уже дают мне на основе, да? На постоянку. А я попробую выудить у них 14-17. Но, мне кажется, не дадут они мне такого счастья. А-а, не дают. Ну что же, не дают, так не дают. Возьмем туда, наверное, Сару Коннор. Сара Коннор. И будем упражняться на ней. Тут такие у нас, да? Два Рокстеди слэш. Такая бодрая команда здоровяков. Хлоп. Окей. Так, пробьешь? Конечно, пробьет. Гаси. А гранаты? Нормуль. Хотя гранаты у нас на самом деле не прокачаны, но, как видишь, урон все-таки мы нанесли. Ой, как же, ребята. Сонливость какая-то на меня напала, прям серьезно говорю. Так, ну что, 14-17, вот. Опять, кстати, Сара опять же здесь. Ну что же, Сара, тебе было одного раза, да? Мало. Сейчас получишь второй раз между глаз. Поехали, начнем с массовых атак. Ага. Давай осколки. И белочки. Ну и в принципе и все. В принципе, и все. Ну что, разрулили здесь ситуацию, давай двигаться дальше. Самурай, две звезды, что-то как-то быстро. Мне это понравилось. Так, 14-17. Кстати, что у нас уже персонажа так мало? Уровень уже, ребят, смотрите, у них 41-й, 41-й, 39-й, 40-й. А у нас еще до сих пор 55-й. До сих пор, мы еще их не отыграли по полной программе.
Давай пробуем, наверное, вот так вот сделать. Вырубишь, Донни? Вырубай эту морозилку, отлично. Так, теперь возьмем, сделаем вот так. Массовую атаку. Ну и что ты сделал, Майки? Снял. У вас не было никаких дебафов, чтобы их снимать. Ага, вот так вот. Удар по земле. И все. Этого хватило, чтобы их тут всех разнести в пух и прах. Так, какая там, наверное, 40-я? 33-я. Ну, допустим. 14-18. Раз, два, три, четыре, пять. Ребята, уже 70-й уровень, а мы еще... Мы даже в Лигу Сёгунов не пришли, прикинь. Офигеть. Нормально. Ну, в общем, буст у нас не получится. Я как бы на него и не рассчитывал особо сильно. Но надежда, как говорится, теплилась до последнего. Так, самурай 3 звездочки. 88-я позиция. Угу. Ну, точно я там всех отыграл? Ну да, больше там никого нету. Раз, два, три, четыре, пять. 43-й уровень против 70-х. Это сопоставимо, что ты разбежишься и ударишься головой об стенку. Вот то же самое и им. Просто им проще об меня разбиться. Ну, или проиграть, как вот в данный момент было сделано. У них другого выхода нету. Но, тем не менее, это мне не дает права перейти, ребята, в Лигу Сёгунов. После этого поединка возможно. Но, опять же, под вопросиком. Раз, два, три, четыре, пять. Там еще на сколько? Три? Ну, максимум, наверное, три поединка и все. Ну, докуда мы дойдем? Ну, можем взять полтишок в Лиге Сёгунов. Это, наверное, самый лучший результат будет на сегодня. Другого нам не дано. Так, ну что, давай сделаем на вот так вот. Дебаф. И масуха. Отлично. Масуха у кожеголового топовая. Как говорится, подает крученого, да? Ты серьезно? Я думал, мы сейчас перейдем в Лигу Сёгунов. Ага. Мне сказали, гуляй, Вася. Зашибись. То есть еще не факт, что мы до полтинника доберемся. Так, ладно, поехали. Кручу-верчу, замутить хочу. Пидиш, вырубил всех. Ну правильно, здесь уже вышел топовый персонаж Усаги и Дзимбо, с которым действительно сопротивление бесполезно. Ну что, вот, наконец-то, ребят, мы перешли в Сёгуны. Так, 15-19, ну... О, было 15-20, есть. Все, берем. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Да? Еще один последний поединок у нас будет впереди. Нет, но все-таки будет Лига Сёгунов. Где-то 41-й, может, 40-й даже ранг. Но в Лигу Сёгунов... Две звезды, вряд ли мы сегодня перейдем. Вот так вот. Какое там место дают нам? 40-е. Так, 15-20, ищем. Раз, два, три, четыре, пять. Все, ребят, это на сегодня будет последний поединок. Нет, я, конечно, бы хотел бы сегодня, ребят, еще жетончики пофармить. Ну, серьезно, что-то меня вырубает. Может быть, подзаболел. Я не знаю, ребят. Состояние какое-то такое. Надеюсь, вы меня поймете. И, как говорится, не обессудите, да? То, что сегодня будет чистая арена. Да. Опять чуть-чуть там буквально не хватило, чтобы я перебрался. Так, ну что, смотрим, сколько у нас мутагена.
31 тысяча, значит, Кожеголовый сегодня получает еще один уровень. А может даже два. 73 уровень, вот так вот. Да-да, вот так вот. И никак иначе. Заберем здесь награды. И заберем бесплатный пак. Все, друзья. На этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!